विजय व्यक्ति बन्न चाहन्छौ चाहन्छौ भने विजय येशू ख्रीष्टलाई पछ्याऊ। Зимой 2004 года Бог дал мне возможность вторично посетить Индию и первый раз Непал. У меня часто спрашивают, как живут народы Индии. Конечно, на дорогах царит хаос. Такое можно видеть в Индии. Слоны и автомобили. Правил дорожного движения нету. Чем же занимаются эти люди? Работают. Вот это, например, небольшая мастерская, где шьют одежду. А это радиотехник. Здесь работает массажист. А это мясная лавка, где все покупают мясо. Живут, конечно, убого и нищие. Женщины стирают одежду в реке. Я назвал это городская прачечная, а также баня. Люди стирают одежду и тут же моются, поливают себя ведром с водою. Заодно и одежда стирается. В Индии очень много коллег. Многие из них – коллеги с детства, рождены такими. Некоторые – коллеги, которыми сделали их родители. Они ломают им руки и ноги, иногда выкалывают глаза, делают это для того, чтобы зарабатывать таким ребенком и взрослым на жизнь. Очень много бездомных детей. По этой причине Бог положил нам на сердце открыть в Индии детский приют. Мы молимся и планируем открытие детского дома для того, чтобы эти дети могли быть накормлены, одеты, а также обеспечены. Но самое главное, мы хотим их воспитывать в христианском духе, чтобы эти дети, выросши, могли стать миссионерами для своего народа. Бездомные дети живут на улицах, спят прямо на земле, на бетоне, на асфальте. Ждут, чтобы кто-то им что-то положил на миску риса. По-моему, индусы привыкли к таким картинам. Мое же сердце содрогалось, когда я видел бездомных детей с протянутой рукой. А их в Индии очень и очень много. Большим благословением было посещение домов. Мы принесли людям одеяла, которые были куплены также благодаря вашему участию. Рождественские подарки получали дети. Вот, например, один домик, где умерла мама, но осталось 7 детей, которые живут сами. Здесь живет 7 детей без мамы. Мама умерла, да? Да, домик совсем страшный, маленький. Здесь вот они прямо все готовят. Видно там? Да, все видно. И спят здесь. Вот здесь спят они прямо на мешковине. Прямо дым идет и все. Да. Не знаю как. Все в дыму. Просто в щели выходит дым. Там тоже вот. Тут просто на бровнах ложатся и спят. Это еще один домик. Так выглядит кухня. Живет семья. Смотрите в глаза этого ребенка.
что его ожидает. Граница Непала и Индии. Несколько слов о том, как живут народы Непала. Непал и Индия почти ничем не отличаются. На улицах Непала бегают обезьяны. Для местных людей это бог. А также они едят обезьян. Такую форму одежды можно увидеть в Индии и в Непале. А вот работают, парикмахерская прямо на улице. Очень много в Непале прокаженных людей и в Индии. Вы видите прокаженного человека, у которого гниют ноги. Эти люди находятся среди всех. Проказа. Прокаженный человек, у которого отгнили руки, наполовину ноги. Проказа. Вот одна из местных столовых, где нам предложили пообедать. Наблюдать за тем, как готовят они, тяжело, потому что после этого кушать не хочется. С этого кувшина пьют все подряд, все, кто приходит обедать в эту столовую. А здесь моют посуду в столовой. Теперь можете себе представить санитарные условия в Непале. Несколько о том, кому служат народы Индии и Непала. Вы видите священника, который сидит у одного из жертвенников. Это еще один священник хиндуизма. Вот священник в главном индусском храме. Обмазан пеплом людей, сожженных на кострах. Чем от большого количества людей обмажется пеплом, тем считается святее. Их так называемые священники проводят много времени в пещерах, где живут с крысами. Ужасных условиях. Там они находятся в медитации, колдуют, затем выходят и учат народ. Так выглядят священники хиндуизма. Люди, обмазанные пеплом. Один из священников учит людей лежа. Это различные идолы, которым поклоняются индусы и непальцы. Какое-то дьявольское место. Полностью. Видят, что они говорят. Ужас. Я сделал вывод, что в Индии и в Непале называется религией то, что мы у себя здесь называем сатанизмом, демонизмом, оккультизмом, колдовством. Все это там называется религией. Поэтому можете себе представить, что все люди
зависимые, одержимые. Посредине ихнего храма протекает святая река. Вода ужасно грязная, но люди ее пьют, считают ее священной. На берегу реки неделями люди сидят в медитации. Здесь же стоит идол, которому поклоняются, приносят жертвы. Здесь же их местный бог, обезьяна. Главный индуистский храм, я назвал его маленьким адом на земле. Очень тяжелая духовная атмосфера. Языческие боги. А здесь готовят костер для сжигания мертвого. Согласно индуистской религии, тела должны сжигаться. Вот принесли мертвого человека. Сперва положили возле идола. Затем родственники оплакивают. Тело мертвого несколько раз обносят вокруг приготовленных дров. Затем ложат, обливают лицо священной водой. И отец умершей должен поджечь. Честь отдает королевская армия Непала. Так как хоронят человека высшей касты, служащего королевской армии, убитого в конфликте с коммунистами. Итак, на берегу реки горит много-много костров, где палят мертвых людей. Запах стоит ужасный. А это буддийский храм. Что там такое, Валера? Жертвенник. Жертвенник какой? Да, что там. Фуй, ужас. Это идолы буддизма. Как же проповедуется Евангелие в Индии и Непале? Итак, вы видите одно из служений Непала, где небольшая церковь собралась для того, чтобы славить Иисуса Христа. Здесь мы проводили служения, проповедовали людям об Иисусе Христе, молились за них, а также оказали им необходимую помощь. В Непале 0.5% христиан от 25 миллионов населения. Проповедовать Евангелие официально запрещено. Непал является королевской страной с государственной религией индуизма. Во время служения было хлебопреломление. Конечно, делают они как умеют. Наша задача в библейских школах обучать миссионеров и служителей для Индии, принести им здравое учение, чтобы они могли и других научить.
Они очень искренне служат Богу и очень искренне делают. Большая радость, когда смотришь на людей, служащих Богу. Для всех гостей Непала непальцы дарят специальные шапочки, которые носят все мужчины Непала. Это знак их почета и уважения. Они помнят, что Бог им дал право быть спасенными на небе. They very good remember the rights that God gave them in the heaven. Мы закупаем свитера для детей. Здесь на местном рынке мы закупали одежду для детей, которые раздавали для бедных детей Непала. С большой радостью получали дети подарки, где были конфеты, одежда, игрушки. По свидетельству местных людей, такое они видели впервые. Пользуясь возможностью, я хотел бы поблагодарить Бога и также всех вас за участие в миссионерском деле, благодаря чему мы также имели возможность сделать такие подарки для этих деток. Взрослые на семьи получили одеяло. Это одно из служений в Индии. Проповедует обращенный ко Христу индус Саши. А это проповедует Санам. Служение проходит прямо на улице, под небольшим навесом. Всем живущим, еще живущим на земле. To everyone who still lives on this earth. Я сопереживаю вместе с вами. I really experience grief together. Конечно, для того, чтобы проповедовать, для того, чтобы общаться, для того, чтобы тебя принимали, нужно и кушать предлагаемую ими пищу. Не привыкший, очень тяжело иногда взять и кушать то, что предлагается в Индии или в Непале. Но куда денешься? Кушать надо. Все, что вы видите, я объяснить не могу. Скажу лишь только, что нужно долго молиться для того, чтобы все было в порядке после того, когда вы примете эту пищу. Еще одно служение на улице для хинди-говорящих. Поздно вечером. Люди, которые никогда не слышали об Иисусе Христе. Если бы сейчас я знал, что мне 5 минут, или ты знал, что тебе 5 минут осталось жить, что бы ты делал? If now, example, you have only 5 minutes to live, what you will do? अभी उदाहरण के रूप में अभी इसी वक्त सोचिए अगर खाली आपके पास 5 मिनट है रहने के लिए जिंदा रहने के लिए तो आप क्या करेंगे Иисус Христос это Бог. Jesus Christ is God. Когда закончилось служение, принесли одеяло. Поначалу люди выстроились, но затем порядок организовать очень тяжело. Это просто Индия. На их языке это обозначает «дай мне, дай мне». Субтитры сделал DimaTorzok
खत्म हो गया तो В Библии написано, что вы сделали меньшему, то сделали мне, сказал Иисус Христос. Большое спасибо, большое спасибо. Точно так я хочу сказать, что я желаю, чтобы вы все искали... Еще одно небольшое служение. Чтобы вы все искали встречи с Иисусом. У меня часто спрашивают, как там проходят служения. Слышать его голос. Объяснить тяжело. Кто-то вам будет говорить об этом, кто-то скажет, что служение может прерваться тем, что нужно просто, так, например, вот смывак, знак хиндуизма на дверях. Похож на фашистский крест. Это знак хиндуизма. Потом все вышли на улицу и начали палить идолы. Языческие боги. Сегодня мы сжигаем все идолы и все, что было принадлежало к идолопоклонству. Так проходит в Индии служение. Семье, которые только обратились к Иисусу Христу. И это все сжигается. Горят все вещи, принадлежащие религии индуизма, которые находились в этом доме, люди этому поклонялись, служили, из-за чего были одержимы, одержимость, которая проявлялась во время служения, за что приходилось молиться. Это жила семья, которая были просто хинду, семья, да, и была прокаженная, и, короче, Бог исцелил, сделал чудеса в их семье. И... Да, это просто бывший колдун, который вчера только покаялся, да, он был самый активный сжигатель. Все горит, догорает потихоньку. Вот этот бывший колдун, вот он, сжигает все. Этот молодой человек был прокаженный. Бог его исцелил, и теперь восстанавливаются его ноги, восстанавливаются его руки. Сейчас радуется. Еще одна бедная деревня. Дети, увидевшие белых людей, ожидают благословения. А вот уже получили по конфете. Везде мы старались помочь для людей одеялами, помочь для людей одеждой. Дети, конечно же, получали подарки, конфеты, игрушки, одежду. Некоторые просили помощи для лечения. Материальная помощь также была оказана для медикаментов. И все это было сделано благодаря Господу, а также участию наших соработников. Что там такое? Да вот развернул что-то. Это в деревне дали что-то такое особое их, да? Национальное блюдо. Рис какой-то, да? Рис копченый с сахаром. Молотый рис с сахаром, смешанный, и потом копченый в бамбуковых листьях. Хочешь проповедовать, чтобы тебя слушали? Нужно кушать с ними. Это лепешки тоже рисовые. Из рисовой муки. Главное, чтобы костер есть. Греться можно. Да, костер здесь. Все вокруг, потому что холодно. И что, просто так кусать и все, да? Да, да, да. С чаем. Как оно? Вкусно? Да. Люди приглашают к себе, чтобы молились за больных, потому что в Индии очень и очень много больных людей. Засвидетельствовавшие об Иисусе Христе, мы молились за эту женщину и подобную ей. А это наша поездка в джунгли, в племя Сантали. Проезжая племя Бора, за нами бежали дети. Наверное, машину и белых людей они видели впервые. Итак, добравшись в деревню Сантали, мы разгружаем
привезенную помощь, одеяло. В коробках фильтры водяные, так как воды в деревне нету, люди пьют воду из болота. А это временное помещение, где проходят занятия, школы и служения. После того, когда люди стали служить Богу, организовали уроки для детей. И здесь, в домике из бамбука, проходит служение и небольшая школа. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы построить там школу и молитвенный дом. Домики в этой деревне своеобразные. Там, где окна и двери, стекол нету. Люди живут просто так. Итак, собралась деревня, и мы проводим служение для племени Сантали. Дети поют на своем языке согласно своей культуре. Если они уже служат Богу, то служат ревностно. Спасибо, Аск. А кто еще не заключил, но хочет заключить? Эта церковь организовалась не так давно. И мы должны были благословить брата здесь для служения. И в Библии написано, что это очень важный шаг. That this very important step. Евангелие достигает далеких уголков, глухих деревень джунглей. По этой причине в наших планах есть организовать библейскую школу в Индии, где бы готовились миссионеры местного народа для служения в Индии, в Непале, в Бутане, Бангладеше, Тибет, Китай и так далее. Что сегодня находимся здесь. Во имя Иисуса Христа. Самым лучшим транспортом в джунглях является слон. Передвигаясь на слонах, чувствуешь себя безопасно. В джунглях носороги, тигры. Но когда слоны идут группою, звери их не атакуют. Итак, я прошу вашей молитвенной поддержки за наше служение в Индии и в Непале. Хочу сказать, что это не очень просто и нелегко. Не всегда получается так, как мы привыкли это делать на Западе, в Европе, в бывшем Советском Союзе. Но люди Индии и Непала нуждаются в Слове Божьем. И хотя это нелегко и сложно, наша задача нести туда Евангелие. Молитесь за наших миссионеров,
Молитесь за миссию Голгофа. तेरी शांति सबको दे, अमन के राजकुमार।